Сегодня в Брюсселе члены и сторонники партии социалистов Республики Молдова провели митинг. Они продолжают остро критиковать подписание документа, который, по их твердому убеждению, кардинально изменит жизнь Молдовы. В ходе брифинга лидер социалистов Игорь Дадон заявил, сегодняшний день войдет в историю нашей страны как одна из ее черных страниц. Мы considerăm socialiști că această decizie. Мы, социалисты, считаем, что сегодняшнее подписание соглашения об ассоциации негативно повлияет на развитие Молдовы и войдет в историю в качестве отрицательной даты, как и день, когда началась война на Днестре, как и решение 2003 года, когда Молдова упустила шанс реинтегрировать страну. Лидер социалистов утверждает, что подписание соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС – это очередная огромная ошибка молдавских властей, которая пагубно отразится на экономике нашей страны. Политик отметил, что социалисты все это время активно критиковали власти, проводили многочисленные акции протеста, несмотря на то, что со стороны властей постоянно на них усиливается давление. Только за последнюю неделю на членов ПСРМ было заведено 6 уголовных дел, а членов партии социалистов постоянно вызывают на допросы в прокуратуру и службу информации и безопасности Молдовы. Мы хотели поставить палаточный городок для проведения референдума в центре города. Власти нам не позволили. Тогда мы решили провести митинг протеста прямо в сердце Европы, в Брюсселе. В этот же день мирные акции протеста пройдут в Бельцах и в Камрате. На следующей неделе протесты продолжатся и будут продолжаться до тех пор, пока нынешние политики не услышат нас. Игорь Дадон заявил, что евроинтеграция Молдовы – процесс обратимый, и что социалисты непременно проведут национальный референдум – до выборов или после. И если граждане Молдовы выскажутся против евроинтеграции, они сделают все возможное для того, чтобы денонсировать договор об ассоциации с ЕС. Екатерина Кожухарь, Виктор Дудук, Павел Воскобой, «Ведомости».